И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Метро Рояль, и сегодня ваша самая любимая рубрика, а именно выживание голым в соло. Но чутка необычная, ведь сегодня мне посчастливилось встретить тиммеров. Поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, и конечно же не забываем про подписчику на канал, ведь нас уже почти 30 тысяч человек. Ну а мы начинаем, погнали! Не хватает метровалюты, чтобы купить лучшие шмотки. Вам давно пора на телеграм-канал, где уже закупаются все ваши друзья. Сегодня в магазине случился обвал цен. Дешевле только даром. А если найдете, где дешевле, админ сделает цены еще меньше. В этом сезоне магазин уже провел более 2000 сделок и 100 сопровождений. Не хватает только вас. Магазин Метромаркет – это место, где всегда можно купить все, что вам нужно для комфортной игры в любимом режиме метро. Подписывайтесь. Не хватает только вас. Всем приятных покупок, а мы начинаем. Опачки. А вот и первый готов. И причем же еще и сзади по кому-то бот работает. Это сейчас либо паренечек с соседнего респа убегает, либо с горы наоборот спустился. Так, и где тут кто есть? А, вижу. А вон, кстати, и второй. Да, видимо, все-таки это парень с горы спустился, чтобы попытаться нас закрыть. Блин. Зачем я сейчас пострелял? Тупо взял и спалил свою позицию. Он же теперь фиг высунется. Че вот он там туда-сюда ходит? Не, тут сейчас вообще не вариант оставаться. Надо все-таки обходить его. Потому что от этого толку мало будет, если мы будем тупо стоять за деревом и ждать. Может быть, хотя бы со стороны получится его убить? А так-то начало уже неплохое. Первые пару минут боя, а мы, грубо говоря, ближайшие респы уже закрыли. Ну где он тут? А, вон он, побежал. Но, к сожалению, далеко не смог убежать. Ну все, лутаем три трупика. О, третий бронежилет. Наверное, все-таки начну с того дальнего, потому что потом один фиг возвращаться в центр. И чтобы вот так вот кругами нам не бегать, быстренько сгоняем туда, а потом вернемся обратно. Лишь бы нас сейчас по дороге никто не забрал. А то получится туповато. Вроде бы убили троих, а вроде бы даже и не залутали. Одно лишь могу сказать точно, что у этих трех пареньков 100% не было хорошей защиты. Потому что у первого выпала третья бронька, а вторые оба отлетели буквально там с 2-3 попаданий. Это тоже значит, что там либо третья, либо вторая бронька. А, тут вообще один жетончик. Парень без патронов, без аптечек, просто решил наобум зайти на третью карту, и, видимо, ему, кстати, повезло. Потому что с него мы вообще ничего не сняли. Вот как так они заходят? Я, блин, захожу фул заряженным, с меня 100% что-то снимут. Я захожу максимально голым, с одним лишь оружием, с меня оружие снимут. И причем это практически в каждом бою. И как это пофиксить, я не знаю, потому что некоторые парни мне пишут в комментариях, что их убивают и по 10, по 15 раз, но с них вообще никогда ничего не падает. Максимум там сковородка, либо же какое-нибудь холодное оружие. Как они это делают, я вообще не понимаю. А вообще, как-то подозрительно тихо. Вроде бы уже середина боя подходит, сюда должны люди подтягиваться, но никого нету. Кстати, ау. А там-то в первом трупе патроны как раз были на 5,45. Точнее, 5,56. Нормально так-то. Грубо говоря, теперь второе оружие появилось. Еще и с подстволочкой. Ну все, вот теперь можно двигаться дальше. Погнали. Как ни странно, я сейчас пробежал вообще чуть ли не пол карты, начиная от рожка, заканчивая школой. И никого нигде не встретил. Ни боссов, ни ботов, ни людей. Вообще все под ноль зачищено. И причем еще и обеих тележек в радиацию нету.
Видимо, людишки повоевали, друг друга переложили, и самые оставшиеся убежали радиацию лутать. Хорошо, что хоть босс во времени появился. Опа. Что? Мне же сейчас не показалось. Ну точно, там два паренечка бегают. Вы серьезно? Это же соло-режим. И куда они делись? Не, ну я точно сейчас двоих видел. Вот первый. А вон и за ним второй бежит. Да ладно. Если честно, это вообще первый раз за весь сезон, когда я вижу тиммеров в соло-режиме. И самое тупое, что они бегут-то на меня. Откуда они могли знать, что я тут нахожусь? А, один еще и стальной. Понятно. Ну что, полетели. Оп. Первый готов. И второй готов. Блин, еще и оба розовые, капец. Пятый шлем, два жетона. А у второго... Да ладно. Гроза кобра. Вы серьезно, ребят? Капец. Тупо встретить тиммеров в соло режиме. Еще и разложить их так максимально тупо, ведь один-то был в стальной броньке. Еще и в пятом шлеме. Да и второй был не особо голый с грозой кобра. И по итогу, что они смогли? Ничего они не смогли. Смогли классненько улететь в лобби. Ну и подгончик такой нам знатники сделали. Грубо говоря, я пол боя носился голым, и вообще ничего не было. Ну, не считая Ауга. И тут на тебе. Теперь у меня все есть, и осталось, ну, хотя бы пятый броник заиметь. Может быть, кстати, он сейчас и выбудет. Нам же еще и боссика убивать. Ну все. Теперь мы максимально снаряженные. Погнали босса убивать. Вроде бы теперь-то больше по краям никого не видно. Нет, ну за этот момент, я думаю, надо прям обязательно поставить лайк и на канал подписаться. Ну, если ты еще не подписан. Все-таки такое увидеть-то в принципе не часто можно. А тут еще и записать это. Вот правда, патронов у нас маловато. Всего лишь 300 с небольшим штук. А оружие оба на 7,62. И типа если они закончатся, то что делать? Придется бежать в магазин и покупать там ржавые? Ну, больше вариантов у нас вообще не остается. Блин, лишь бы никто не закрысил, а? Я вот так не люблю тут босса убивать, потому что тупо крысят. Тут максимально открытая территория, и тут даже чуть ли не с 300 метров тебя убить могут. Просто возьмут и зажмут. Еще и босс ко мне не бежит. Капец, придется сдалека убивать его. Ну давай ты уже, заметь меня. Патронов-то много уходит. И что тут у нас? О, розовый опять. Неплохо. И что там у нас? Да ладно, вы серьезно? Сегодня что, день кобр? Тупо сначала выбить грозу кобру, причем с паренечка, а потом следом убить через минуту босса и выбить оттуда еще и МК-12, и тоже кобра. Под которой у меня вообще места нету. Надо, кстати, посмотреть у него, есть там третий рюкзак хотя бы или нет. Ну вот, уже хоть что-то. Сейчас тогда и на запас можно патрончиков взять. Ну, 5,56 которые. Тут немножко, там немножко. И может быть под конец еще и успеем еще пару боссов забрать. Ну а так, в принципе, тут вроде бы закончили. Погнали дальше. Ну да, прям очень далеко убежал. Только я добежал, чтобы купить себе боссика в магазине, которого, кстати, не раскупили. У нас появляется босс, и причем на том же месте, где я только что был.
Оу, какой маленький урон. Видели? Мне сейчас показалось, или там за камнем парень лежит? Вон он, торчит текстурка. А почему? Да боже, это аптечка, вы серьезно? Я принял свою же аптечку за какого-то парня. Капец. Ну ладно, тут хотя бы босс нас видит. Но урон, конечно, с ржавых прям вообще ужасный. Ну все, по идее последний осталось. Ага. Вот если бы он сейчас не развернулся и в обратную сторону не побежал, то мне бы хватило того магазина, чтобы зажать в голову и убить его. А так придется тратить опять лишние патроны, которых и так уже нету. Да наконец-то. Да ладно, красный. Неужели? Ну, кстати, я только что подумал, что наконец-то нам броня выпала, потому что мы весь бой практически бегаем то голым, то в четвертой, а тут всего лишь шлем. Но, тем не менее, это лучше, чем выбить тот же самый, например, шестой рюкзак, который выпадает точно так же редко, а стоит намного дешевле, чем бронежилет, либо же шлем. Ну ладно, погнали тогда еще и босика заберем, которого я только что в магазине купил. Поехали. Причем я этого босса же мог убить еще и минут так 7-8 назад, когда только-только купил его. Но потом, когда появился временной второй, я подумал, что если я пойду сюда сначала, то туда уже я 100% не успеваю. Ну а так, у нас чуть больше 5 минут, и мы по идее спокойно сейчас его разберем. И на выход успеем. Готов. И кстати, опять розовый. Да неужели игра услышала меня и подогнала мне броньку? Теперь бы вместить в себя все. Прям самое ценное. А, еще четвертый броник. Блин, понял. Хоть бы хватило, а? Ну вот. Вот это уже другое дело. Еще и даже чутка для патронов остается место. Я думаю, это прям очень классное завершение серии. Ведь сейчас мы вообще уже прям до зубов заряженные. И по оружию, и даже по броне. Потому что пятая это тоже очень хорошая. Ну а мы двигаемся к концу. Точнее, к точке выхода. Погнали. Ну что, ребят. До выхода остаются уже прям считанные метры. И пара ботов. Куда же без них. И если честно, я думаю, серия получилась ну просто улетной. Но серьезно, вы где-нибудь еще видели, чтобы в соло режиме другие ютуберы встречали тиммеров голыми и еще их так прикольно разваливали? Его я вот тоже не встречал. Но, к сожалению, данная серия подходит к концу. И поэтому всем тем, кто досмотрел до этого момента, просто огромное спасибо. И, конечно же, не забываем про подписчику на канал и лайк под роликом, коммент под видео. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Пока!